Алло. Да, слушаю. Я тоже считаю себя художником, но мой холст — это вся жизнь. Я рисую не то, что вижу, а то, что чувствую. А ты? Мой выбор всегда зависит от настроения. Сегодня масло, а завтра акрил. Все зависит от чувств, которые я хочу вложить в картину. На самом деле, забавно. Большинство людей думает, что все это плоды воображения художника. Но на самом деле, это не так.